Всем привет, с вами Мегазлом и игра Art of Conquest. Мы с вами на тестовом сервере, и на данный момент у нас происходит событие, о котором я уже говорил, 10 секунд. Вот у нас призы. Сейчас узнаем, что это такое. Так. Интересно. Так, битва начнется через 160 секунд. Собственно говоря, как в правилах и написано, 3 минуты подготовки. Битва длится 40 минут, то есть 43 минуты всего. Так, что у нас тут интересного? Герои. Герои, да, отразились. Армия, да, отразилась. Да, заемных войск нет. Вот тут у нас. Ага, это правило. Так, ну давайте ждем. 126 секунд осталось. Еще посмотрим, что тут у нас. Карта. Так, это надо сразу что-то куда-то бежать. Видимо. А, это лечилки. Судя по палаткам. Это места, значит, каких-то войск, видимо. Интересно. И где весь народ? Вот в чем суть. Еще и какая-то кнопочка ускорить есть. Так, рейтинг. Рейтинг. Я тут один. Интересно, интересно. Так, тут сверху у нас камни. Какие-то камни. Вообще получается, что возможно мы тут это друг с другом. Как я так понимал, что это друг с другом сражаться. Ну вот фиг знает, что тут будет. Так, 70 секунд. Вообще в правилах написано было, вот, где они тут, что-то тут насчет того, что мы можем сражаться с другими лордами, завоевать их, вот, боевые действия. Да, происходит что-то боевые действия, там дальше вообще фиг поймешь, это китайский. Вообще непонятно. Переводчик так сломался, когда я загрузил это все сразу. Вообще. Так, 30 секунд. Сейчас погоним. Давай, давай. Ожидание битвы. Чайку пока хлебну. Итак, 7 секунд, 7 секунд, 6 секунд, 5, 4, 3, 2, 1, давай быстрее. Поехали. Какого черта я тут делаю? А, это на камни собирать эти. Вот оно в чем. Ну давай соберем. То ли еще никто ничего не прочухал. Вообще, я как понимал, тут куча народу должно было быть. Странно. Ага, то есть народ мы увидели. Народ тоже ходит, бегает, собирает. И это 40 минут ходить собирать, что ли, блин? Они прикалываются, что ли, блин?
Я офигеваю, блин. Какого черта? Блин, это капец вообще. Какого хрена? Так, дайте нам чуть посмотреть. Во, есть. Есть тут что-то какая-то фигня. А, подожди-ка, мы тут можем сражаться. Сейчас мы кого-нибудь найдем. Отвесим люлей. Блин, я что-то вообще тупанул, что тут можно кого-нибудь бить. Но мы сейчас будем собирать, чтобы не это, не по рейтингу совсем вниз не уйти. А то ж хочется приз еще какой-нибудь заработать. Сейчас мы и найдем какого-нибудь китайца. Или не китайца, тут как повезет. У меня просто уровень тут маленький, меня тут надрюкают по самой небоусине. Так, есть какая-то хрень тут. А, это просто декорации. Короче говоря, это здоровая большая арена. Как видим мы по карте. Вообще капец тут. О, кстати, вот они, 280. Так, пойду-ка. Так, это король. А, нет, нет, это он, наверное, показывает, что он типа дофига. Пойду-ка я наваливать сейчас. Пробовать кому-нибудь. Интересно. Интересно. Так, давай-ка поединок. Блин, капец. Он там 18-го какого-то уровня, ну как я примерно. Блин, ну давай, короче, давай, блин. Меня он сейчас дрюкнет, конечно. Прикольно. То есть свободная атака. Блин, ну сейчас долго еще ждать будет, капец. Это вообще войска у меня все, что есть, блин. Все, что успел наклепать к этому событию. И то он 7-й уровень только. Печаль и тоска. На основных серверах, я думаю, повеселее будет. Там вообще будем раздавать друг другу. Блин, капец. Так, так, где там вражина? Оу, я проиграл уже по статам. Шикарно. О, сильфы, ну все, он меня тут дрёкнет сразу же, сходу. Лагает вообще жестенько все. Вот прям жестенько все лагает. Ух. Ух. Что-то тут происходит такое. Битва титанов. О, у меня там дракон слева дрючит. Ну, все капец. У меня дракон там первого уровня. О, лаги, лаги, лаги. Тут вообще конкретно, блин, лагает все. Да. Я представляю, это у нас сейчас на карте. Замечательно, короче говоря. Это. Я вылетел из битвы. Вообще шикарно. Я говорю, что лагает. Это, блин, это на карте 3 человека. Так, войти я не могу, потому что битва идет. Короче говоря, пока она не закончится, пока меня там не дрюкнут, фиг зайду. Ох, уж это да, мне китайские сервера. Ждем, ждем, ждем. Вот.
Ну, в принципе, вряд ли мы больше 2 минут будем ждать. Будет вот так же все. В общем, это событие будет у нас 61 день. 61 день. Значит, правила, как мы выяснили, достаточно простые. Собрать вот эти вот камни. Ну, то есть, кто больше их соберет, тот и красавчик. Вот. В общем, биться можно друг с другом. Кстати, сейчас вот посмотрим, зайдем. Что у нас будет в результате. То есть, он отнимет мои камни или не отнимет. Вот меня вот этот вопрос больше всего интересует. Да, короче говоря, очень даже своеобразно. Блин, ну вот эти вот лаги, конечно, это вот отваливающаяся фигня вся, это будет жестко. Да. Кстати, заметьте, картиночка новая. Не знаю, как она будет на основных серверах или нет. Ну, скорее всего, будет. Еще бы понять, кто это. Ведьма какая-то. Или не ведьма, фиг знает. Там какая-то вон деваха радостная на заднем фоне. Так, ну что, нас кто-нибудь пустит обратно-то в игру? Пустите, пожалуйста. Пустите. Так, окей. Что там по рейтингу? Я на втором месте. Еее. Вопрос только непонятно, чем все закончилось это мероприятие. Что-то такое, 57 чего-то там. Я вылечился за 57 камней. Угу. А, я забыл посмотреть это. Короче говоря, тут, да, тут армию, войска можно нагнуть у врага. И лечение будет за счет вот этих вот камешков. Как-то так. И, в общем, мы вот тупо ходим, собираем эти камни. Так, 2. Интересно, а большие камни больше дают? 5 дают. Ну, большие интереснее собирать. Короче говоря, да. Давайте посмотрим. 509 чувак собрал. Вот он, красавчик вообще. Ваше красавчик. Блин, где все? Да, ребятки, я, конечно, понимаю, что тут 30 минут фигней заниматься. Это вообще жесть. Зато можно чисто технически, конечно, тут можно с кем угодно сражаться, но вот как показывает практика, видите, вылеты жесткие. Ну, по крайней мере, у меня, не знаю, как у всех остальных будет. А вот. Не знаю. В общем, дальше я буду 30 минут собирать эти камни. Вот. Ну, если кому-то интересно дальше посмотреть, что будет происходить, ну, в общем, глядите. Не обижусь, как говорится, если вы уйдете. Вот. Я, может быть, еще где-нибудь сражение проведу сейчас. Вот. Если какого-нибудь чувачка встречу. Кстати, ну-ка, где они там еще? Вот этот бегает. 252. Это вот с которым я сражался. Да уж. А тут речи, интересно, это собирать нельзя никак там на автомате. А, кстати, а что такое ускорить? О, да нифига себе. Ха-ха. О, ускорение это, короче, для чего нужно. Поняли? Собирать это дело. Блин, где все? Вот, значит, ускорелка работает вот таким вот образом. Угу.
Да, блин, где все? Больше сражаться никто не хочет, где все-то? Так, что мы там парим? 470. О, народ появился. Народ появился. Нафига просто так ускорение вот это вот непонятно. Оно бы хоть бы сколько-то стоило. А то ж бред какой-то получается. Где-то еще 26 минут ходить, собирать. Шикарно. Короче, первый, значит, совет я понял. Необходимо сразу же сходу сбором этих камней заниматься. То есть вообще по сути, по факту, тут невыгодно кому-нибудь пиздюлятора раздавать. Получается по факту так. Потому что пока я сражаюсь с одним чуваком, второй, блин, ходит спокойненько собирает. Единственный момент, что тут может огромная толпа собраться, тогда да. О, сейчас мне тут пиздюлятор вломят. Нет? Нет. Блин, мне этого чувака не победить, 300. Вот. Мне бы в идеале бы найти чувака, которого я бы победить мог. Вот. Восемьдесят пятый, вот, давай. Блин, куда, 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 чувак? Во. Давай-ка мы его... Блин, не того выбрал. 335, черт. Ну, сейчас меня опять надрюкают. Ладно, фиг с ним. Мы сейчас немножко по-другому сделаем. Мы сейчас пауков поставим. А то без пауков совсем грусть и тоска. Так. Паучки, паучки. А, мы можем вот такого хрена поставить. Во. Вот такого. И тогда уже будет повеселее. Так, этих в топку пауков ставим. Пауки у меня мощнее. Серебра. Так, давай. Посмотрим, чем все закончится. Опа, я опять просрал. Да это не удивительно. Клео бы мне, но еще нету клео. У этого уже Фенрир есть, шикарно просто. Просто шикарно. Ну, он сейчас меня уже уничтожит, не сразу же. У него вон золото одно все.
мака завалит. В данный момент у меня тут самый крутой Авалон и мака, собственно говоря. Дальше все. Главное, чтобы все это не зависло дело. Это раз вроде стабильнее. Но меня все равно отдрюкают. Что-то 318 у меня уменьшилось по ходу движения. Да, у меня по ходу меньше стало. Ну-ка, чё, где рейтинг? Ой, я в жопе, короче. Вот так вот. В общем, тут, я так понимаю, имеет смысл бодаться только с игроками ниже, чтобы была возможность завалить его. И, возможно, за это дают камешки за победу. Собственно, это было бы и правильно, наверное. В общем, главное найти подходящего противника, чтобы его завалить. С другой стороны, кто мешает мне, скажем так, подставить, просто выставить одного героя и все. Быстро бой закончится, и дальше будем ходить собирать. В общем, короче, вопросов по поводу данного квеста больше, чем ответов. Интересно, конечно. Так, давайте будем ходить против часовой стрелки. Так, кто-то там кого-то наваливает. А может быть, кстати говоря, все, что ты зарабатываешь во время битвы, плюсуется врагу, получается. Ну-ка. Они же были все ниже меня. А когда навалили... Да, я стал ниже всех в конечном итоге. Интересно. Ну, если мы еще врага... Что это такое? Что-то появилось? Что-то 5.51. То 85-го мы сейчас этого нагнем. Короче говоря, тут появляются какие-то чувачки. Ой, эти сундуки, блин, с огромным количеством. Сейчас мы будем. Чувак ниже меня по силе. Будем надеяться, что мы его удрюкаем. Блин, и фиг там удрюкаем. А, блин, капец, блин. А какого черта у него 13? Блин, ему походу выпало что-то 13 уровня. У меня таких нету юнитов. Все, капец, блин. Твою налево! Я опять вылетел. Короче, господа, это трындец. Все. Битвы — это полная засада. Просто отвратительная, конечно, фигня вся с этими битвами. Не знаю, как будет на уже после тестового сервера, приведут они это в порядок или нет, но что-то мне подсказывает, что вряд ли. Ох уж, тем более, что время. Ну, как видели, вот появляются, значит, такие сундучки, с которых можно спокойненько себе выбивать без всяких это проблем.
Вот. И достаточно хорошо падает с этих тележек. Во, тележки. Короче, смотрите, тележки находятся на рельсах. То есть они, получается, по-любому только там появляются. Вот, то есть имеет смысл перемещаться по этой железной дороге. Вот. Как-то так. Забавно, что у нас всего пятеро тут бегает. Пустынный тестовый сервер. Кстати, я тут мне китайцы губернатором сделали города. Поскольку в городе был болт людей, я туда заселился, попросил губернатора, они мне спустя 2 недели дали. Да, в общем, интересно. Там еще что-то было в переводе на китайском, там что-то про гоблинов, еще что-то там такое. Но вот, возможно, что-то дальше еще будет. Они же должны были как-то процесс разнообразить. Это получается 40 минут сбора, блин, каких-то долбанных кристаллов, кому это нахрен надо. Вот. Блин, мне бы завалить бы чувачка, так я бы хоть бы понял, в чем там плюс какой-нибудь я с этого буду иметь или нет. Все какие-то чуваки попадаются мощнее меня. Но, скорее всего, бонус есть за сражение. И я так подозреваю, что вот если я накопил, например, там 300 камней и иду на сражение, то в случае поражения эти 300 достаются врагу. Ну, то есть у меня-то не убавляется. Либо убавляется, но незначительно. А вот у человека в казну падает именно то, сколько я успел собрать. Вот. Блин, ну сколько он уже, давай бы, завалил бы меня уже быстрее, да. Как-то так. Ну, в общем, данное мероприятие, напоминаю, 61 день продлится. 61 день. Жесть. Ну, то есть, короче говоря, оно в какое-то определенное время там это запускается. Вот. Техника похожа на как битва между серверами. Вот. Да. Да. Песню вам что ли спеть? Могу стих пока рассказать. Пока тут вот такая ересь творится. Ага, и там. Короче, чтобы тележкой завладеть. Надо чувака этого завалить. Ага, ага. Короче, при отступлении, что-то я не понял. У меня почему-то две цифры, 260 и 4, что-то такое. Это типа в несколько этапов, что ли, получается? Не понял. Какие-то разные цифры получаются. Интересно.
Так, осталось 13 минут. Не совсем понятен вот этот вот рейтинг со вторым набором вот вверху. Осталось 12 минут. К сожалению, мне тут надо чутка подрасти в силе, чтобы хоть как-то пытаться сопротивление оказывать на тестовом сервере. Тут я совсем маленький. Вот. Вообще нету никаких у меня тут бонусов, проигрываю, прям чистую проигрываю. Как-то вот, в общем, все в таком ключе. Ну, если тут биться с кем-то, то это не так все плохо. Вот, 473, 217. Непонятно, о чем речь тут. Как это вообще все считается? Да, кто-то тут сражается. В общем, да, тут какая-то часть, по крайней мере, этих всех. Ресурсов переходит при сражении. Это однозначно. Сражайтесь до конца. Да, напоминаю, лечилки здесь за эти вот камешки, то есть можно подлечить себя, не обязательно респаун делать. Вот. Можно отказаться от битвы и будет респаун. Что-то мне не очень понравилось. Легче попробовать сразиться. Единственное, что потеря времени. Если ты чувствуешь, что ты проиграешь, то, наверное, легче отказаться от боя. Чувак хочет одолеть. Короче, не получилось от него догнать. Хочу хотя бы какое-то топовое место занять, что ли, ради разнообразия.
интересно, вот еще такой момент. Если я вот пока здесь вот трусь в этих катакомбах непонятных, будет нападение на город мой, например. Чем все это закончится? Меня вызовут на дуэль или скажут, что невозможно напасть. Хотя, нет, ну, на самом-то город-то вряд ли, а хотя меня, наверное, там же не видно рядом нигде. Точно, туплю. Просто туплю. Да, ну короче, просто собирать кристаллы, конечно, еще то занятие. Так, как видим, тут есть респаун. Только не совсем понятно, через какое время этот респаун у нас происходит. Прямо какой-то выигрышного места я не нашел. То есть везде примерно камни одинаково лежат, респаунятся через определенный промежуток времени. Прямо горы кристаллов такой не вижу, только вот эти вот тележки, которые появлялись. Причем они как-то один раз вот тележка появилась и все. По рейтингу. Ой, я на первом месте по рейтингу. Нифига себе. Вот это поворот. Главное, чтобы меня никто не начпокал в это время. Китайцы вон что-то пишут в доме. Может быть, даже и мне. Вообще, на этом данном тестовом сервере народ не особо активный, даже китайцы. Тут, походу, просто кто-то прикалывается. Так. Твинка завел и заходит периодически посмотреть, что тут происходит. Вид этот, только что которому нагнули. Главное, тому упырьку не попасться, а сейчас блин, атаковать меня будет. 185, зараза такая. Короче, это сейчас да. А если это убрать все? И оставить одного, например, героя. Что будет? Я ему даже что-то убил. Да, слушайте, убавляется у меня, зараза, блядь, я теперь на пятом месте. Зараза.
Короче говоря, проигрывать... тут лучше, короче, не проигрывать. Нагибаторство тут от души, короче, происходит. Печально. Ну, короче, первое место мне тут не светит с каким-то уровнем. Меня тут жестко нагибают. Чисто технически получается, я могу с помощью ускорения убежать от врага. Ну-ка, 119-го-то я же завалил. Так, он убегает, мне дали 140 камешков. 140 камешков мне дали. Ага. Ага. И это уже хорошо. Окей, окей, смотрим, заходим. Что-то пока неизвестно. А, блин, где рейтинг-то? Чё за нафиг? Так, это непонятно. Во. Так, мне дали 500 и 20. Клёво. За второе место по ходу движения. Это не может не радовать. Так вот. Все, ребятки. Всем спасибо, кто досмотрел это странное видео до конца. Всем пока, подписывайтесь мне на кучу народу, насобирайте, а то у меня там до сих пор YouTube, блин, половина функций не работает. Вот, все, ребятки, вам удачи и пока.